Raid Shadow Legends исполнилось 5 лет. Целых 5 лет игра занимает топ-1 в своем жанре, и на данный момент никто не может побороть ее популярности. Ведь это родоначальник жанра. За 5 лет игра настолько насытилась новым контентом, что зайдя сейчас, глаза просто разбегаются от активностей и бонусов. В честь такой знаменательной годовщины в Raid проходит празднование «Фестиваль творения», в честь которого в игре появились бонусы для всех новичков и старичков. Как и где их получить, я обязательно покажу, но немного позже. В первой части ролика пройдемся по всем праздничным нововведениям, а после посмотрим, что же там подготовили для нас разработчики в качестве бонусов. Галик и другие чемпионы рейда уже приготовились к лютому пати. Стол накрыт курицами и банками пива прокачки, будет весело. Также в обновленный праздничный хаб приехали барды и торговцы, которые с радостью поделятся с игроками редчайшими артефактами и ресурсами для прокачки. Сегодня все комьюнити отмечает это замечательное событие, и разработчики подводят итоги проделанной работы за последние годы. Все игроки более 30 уровня получат уникальный ролик с их персональной статистикой за последний год. Новый хаб. Обновление принесло абсолютный праздник, который продлится целую неделю. У кузницы припарковалась вагонетка, возле которой Арбитр, Этель и новый чемпион выясняют отношения. Галик и Заргала выясняют, кто сильнее. А если ты хочешь получить эту парочку, то регистрируйся по ссылке в описании. И ты можешь получить этих двух чемпионов на свой аккаунт бесплатно. А Людоед просто флексит на бочке. Везде все в ленточках, припаркован воздушный шар и все усыпано подарками. Но что делают три овцы возле портала, я так и не понял. Круто и очень атмосферно. Ввели новую цепочку миссий развития на чемпиона эпической редкости Мариус. Это 180 хардмодных миссий, которые просто сломают ваших чемпионов, и достичь высот будет очень сложно. И получат главную награду далеко не все. А ты, зритель, сможешь? Напиши в комменты. Ну а что же там по бонусам? Для новичков, которые только думают начать игру в рейд, есть офигенный бонус от разработчиков и нашего канала. Открывайте описание, там есть уникальная ссылка, которая за регистрацию дает два чемпиона. Чемпиона Тайрел и Айна. Два эпика помогут очень быстро прокачаться и в полную силу отметить годовщину рейда. Все старички, которые зайдут в игру с 7 по 12 марта, могут забрать щедрый набор подарков поэтапно. Давненько разработчики не раздавали столько ресурсов и бонусов на аккаунт, но набор подарков у новичков будет вот такой, а у старичков гораздо богаче, вот такой. Ведь алды — это основа любой современной игры, не тяните и заходите прямо сейчас, чтобы не упустить ни дня бонусов. Но на этом еще не все. Промокод на годовщину не заставил себя ждать. Вот он. Дает очень много полезных ресурсов, которые пригодятся в прокачке любому игроку. Огромное спасибо Plarium за такой полезный вагон подарков. Но еще разработчики дают новый промокод для новичков – Festival 5. Он дает чемпиона Тайрел и немного ресурсов на прокачку. Но ссылка в описании, и так дает Тайрел, а зачем тебе второй? Я рекомендую больше вот этот код – Free Frog, который дает must-have эпика Тараги Жабоморд и много ресурсов для прокачки. Также в честь 5-й годовщины все игроки могут получить нового чемпиона из слияний. Я говорю о будущей PvP-мете Armance The Magnificent, осколочки на которого вы сможете получить в событиях и ивентах. Это чемпион чисто арена контроль, так как умеет воровать шкалу хода, превращать врагов в овец, снимать бафы и ставит на перезарядку навыки врагов. Просто must have контроль чемпион для PvP. А в конце праздника разработчики обещают кое-какой особенный ивент для знатоков рейда. Мне кажется, будет викторина, поучаствовав в которой можно будет получить еще больше бонусов в честь фестиваля творения. Сегодня все только началось, так что у тебя есть время скорее ворваться в игру по ссылке в описании и залутать офигенных чемпионов. А я пока погнал делать слияние и готовиться проходить турниры, чтобы выжать максимум из этого праздника. Забирай бонусы вместе со мной и отмечай 5-ю годовщину игры. Подписывайся и жми на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых бонусов и кодов, и смотри больше контента на нашем канале. Увидимся!